Всем привет, друзья. Начали выводить утят мои утки. Та или та, я не помню, какая из них. В общем, сейчас я спрошу. Там уже вылупилось 15 утят из-под разных, потому что яйцо я перемешивал. Кто помнит, освобождал, то снимал одну утку, чтобы она скорее съела. И сейчас надо просветить все яйца, которые остались, и забрать одну утку к утятам. Сейчас этим займемся. Выключаем свет. Так. Взял опять. Не нахожу я свой лоскоп. Взял еще один телефон, как обычно. Вот, купил лоскоп. Ну, в этом году уже нету смысла заказывать. Он месяц, больше месяца ехал. Так что так, вот. Сейчас, ребят, забираем яйца у этой верхней утки и будем просвечивать. Вот так вот, да, вот так. Вот сюда. Я не помню, она, по-моему, где такая дама с характером. Так, тут возьмем подстелим этого сюда. Немножко сюда подстелим. Ну все, в общем, забираю, будет удобнее двумя руками. Ну и тогда просвечим. Класс на паузу. Так, ребят, у этой удочки осталось только 1, 2, 3, 4, 5 яиц. Сейчас я устанавливаю свой телефон. Фонарик выключаем. Будем просвечивать. Здесь яичко темное. Яичко развивается. Это хорошо. И здесь яичко развивается. Хорошо. Здесь тоже яйцо темное развивается. Хорошо. Здесь яйцо развивается. Хотя я что-то не вижу шевеления. Капилляры вижу. Мы колотнем. Да, лоскопом бы было удобнее. Не вижу шевеления. Может, замер. Не, шевелится капилляр, вижу. Так. И это. А, ребята, это яичко замерло. Это мы выбросим. Так, идем до следующей утки. Это мы яйцо возвращаем. Включаем фонарик. А какой? Нижний, верхний. Ты утка, на чем ты тут выкупалась и стоит? Сидят клочки. А, еще, ребят, вылупила эта клочка. Осталось у нее 2 яйца. Их надо просветить. Купил я яйцо. Обманули меня с куриным яйцом. В общем, купил я. Ну, довольно-таки дорого яйцо. Порода. Господи, хохлатая. Какая-то хохлатая там. В общем, из 30 яиц, что мне прислали, 2 оплодотворенных. Вот так. Я думал параллельно подсыпать клочку вот эту. Чтобы когда вывел себя в инкубаторе с покупного яйца, вместе она водила. Но там только 2 яйца. То есть клочка лупит. Кочка будет с цыплятами, а со своими. А там мы и немного ложили яйцо. Ну, что есть? Так, забираем яйцо у верхней уточки. Не боись, не боись, не боись. Не боись, не боись. Сразу вижу, куриная тут есть. Все, забрали. Вот, ребят, забрали яичко. Сейчас будем светить. Выключаем фонарик на телефоне и будем просвечивать. Так. Вот яичко, это яйцо кряквы. И оно, ребят, по-моему, замерло. Выбросим. Вот яичко развивается.
Это яичко развивается. Это тоже развивается. Прям вижу, капилляры шевелятся. Это развивается. Это тоже развивается. Видно вам красные капилляры? Не знаю, видно, не видно. Не видно. Это тоже развивается. И это развивается. И это развивается. Это куриное. Мы его тоже заберем. Это в еду. Это развивается. И это развивается. Все оплодотворенные яйца. Остались 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 яиц у меня осталось. Ну так, нажимаю стоп. Ложим обратно. Так, сейчас будем забирать яйцо у этой белой утки. Мне бы, конечно, тоже желательно эту белую снять с яйца. То есть яйца раскинуть. В общем, подумаем, что мы как поступим. Мы сейчас заберем ее и посмотрим. Ей тоже ж подкидывали, кто помнит. Вот как ты грызешь меня. А, ты еще не начала выводить, я смотрю. Потому что яйца много. Так, все. Светим и это яичко. Телефон опять не упал. Но на соломе не сильно устойчиво. Так, все, выключаем вспышку. И начинаем просвечивать. Так, это, ага, вот так вот, чтобы вам было видно, развивается. Это, по-моему, ребят, замерло. Вот, ну, капилляры есть, но оно не шевелится, ребят. Замер утенок. Тоже выбросим. Это развивается все нормально. Здесь тоже развивается. Еще, ребят, как можно определить? Вы берете яйцо, оно же горячее. Вот это видно сразу болтун. Выбросим. Когда яйцо горячее, значит уже в нем скоро вылупится утенок. Ну или цыпленок. Это развивается. Это развивается. Жалко, что я не найду своего лоскопа, но как есть, развивается. Это развивается. Ну, видите, шевелится внутри утенок. Это куриная обычная курочка поднесла. Это развивается. Так. Это развивается. Это тоже развивается. Это тоже развивается. И это развивается. И это, ребят, тоже развивается. Отлично. Ложим их обратно. Сколько у меня осталось? 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 яичек. Хорошо. Ну, возможно, сейчас, наверное, мы так и сделаем. У той утки я заберу яйцо. 4 штучки. Как она грызет меня. Вам не видно, а мне видно. Так, сейчас ставим вас на паузу и пробуем достать утку. Да, больше. А, еще, ребят. Вот. Начала нестись утка какая-то. Там 2 яйца есть. Возможно, это та, у которой белая. Мы сняли с яйца. Ну, вот так. Включу. Тут нету ничего, здесь нету ничего. Кстати, можно вот этот пух уже убрать. Мы его уберем, но не надо. Наново будет тут посадиться, наново сделать себе гнездо. Да, вот здесь лежит 2 утиных и 2 куриных. Ну, куриные то это, а вот утины какая-то утка начала опять нестись. Все, сейчас будем я забирать вот эту уточку. Нажимаю стоп. Вот, ребят, щетятки. Тут один с
предыдущего выводка, который самый позже вывелся, он тоже с ними будет. Ничего страшного. Как неудобно одной рукой. Сарки орут. Ну ничего, вот утятки. Ну и тут большой. А вот утку принес. Побежи. Конечно, достануть надо. Они сейчас еще немножко боятся, но я думаю, она их примет. Утки все. Мускусные индоутки принимают утят. Так что нормально. Тут было все вычищено. Принес свежие соломки. Налил водички. Утята, видно, уже пили. Нашел я крышку. Подкладываю для того, чтобы меньше разливалось. Корма еще не приносил. И вот тоже есть водичка налита. Корма не приносил, но сейчас принесу. Так, ну вот такие дела. А те ее 4 яйца. Или сколько их там осталось, я переберу и подложу другим уткам. Ну вот так. Да, мамаша? Где он, твои утята? Ты же выводила. Они пока были в сарае, пока она их довыводит. Ну вот так. Уточка, иди нянь утят. Ну, я думаю, освоится. Сейчас она походит по вольеру, поймет, где утята. И все будет хорошо. Здесь есть коричневенькая, я смотрю, головой это. Ну, и то белое. Тоже такое же. Ну, вот, ребят, яичко просветил. Пока на данный момент осталось у меня сидеть две уточки. Когда буду довыводить, тоже еще поснимаю. Ну а так все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.